ключ к решению карабахской проблемы в руках России, но минская группа не исчерпала своих возможностей. Как передает канал 13, об этом в беседе с корреспондентом «Спутника Армении» сказал политолог Степан Данилян, комментируя основные тезисы статьи Левона Терпетросяна. Ранее первый президент Армении написал статью, напомнив, что в своих выступлениях, интервью и публикациях неоднократно высказывал следующую мысль: «Ключ к решению карабахской проблемы находится в руках России». Он отметил, что в свое время эта мысль вызвала недоумение, возмущение политических сил, экспертов и действующей власти. Данилян в целом согласен с этим утверждением первого президента, но есть определенные нюансы, которые, по его словам, следует принимать во внимание. Конечно, влияние России очень велико. Она, в отличие от других стран Минской группы ОБСЕ, имеет конкретные интересы, связанные с национальной безопасностью России. Кроме того, Москва хорошо знает региональных игроков и имеет на них определенное влияние, сказал политолог. Поэтому, по его словам, без обсуждения решений с Россией урегулирования достичь невозможно. При этом Данилян не согласен с тем, что можно не учитывать позицию других сопредседателей Минской группы ОБСЕ. США имеют многочисленные рычаги и могут различными путями влиять на процессы на Южном Кавказе, на Украине или в других регионах мира. И та же Россия не может не учитывать мнение США. То есть здесь не все так просто, сказал Данилян. Эксперт убежден, что Терпетросян заблуждается, когда утверждает, что Минская группа ОБСЕ исчерпала себя и в карабахском вопросе постепенно будет усиливаться взаимодействие Турции, Азербайджана и России. По его убеждению, Россия является сторонницей сохранения формата сопредседателя Минской группы ОБСЕ и недопущения вовлечения Турции в процесс карабахского урегулирования.